8 июля церковь празднует память святых князей Петра и Февронии Муромских. Святые Петр и Феврония жили в XIII веке. Петр был сыном и наследником муромского князя. Однажды князь Петр тяжело заболел, и ничто не помогало ему. После молитвы князь увидел сон, где было сказано, что излечить болезнь может дочь древолаза из Рязанского княжества по имени Феврония. Князь Петр отправил на поиски девушки своих слуг. Все исполнилось по слову Божию. Святая Феврония излечила князя, а он увидел красоту и благочестие девушки, пообещал жениться на ней. Но затем князь засомневался в своем решении, ведь Феврония была простолюдинкой. За нарушение обещания болезнь вернулась к князю. Он снова призвал святую Февронию и на этот раз сдержал обещание. Вместе с супругой он стал управлять Муромом, но через какое-то время бояре и знатные жители стали требовать от князя удалить Февронию из города, потому что не желали подчиняться простолюдинке. Князь Петр решил оставить город. Вместе с супругой он отплыл по реке Оке. Но в Муроме бояре так и не смогли решить, кому править, и направили к князю послов с просьбой о возвращении. В конце жизни супруги приняли монашество и умерли в один день.